районе Караганды приземлялся космический корабль «Союз-9». Андриан Николаев и Виталий Севастьянов возвращались на Землю после рекордного 18-дневного полета. Спасатели, встречавшие корабль, еще не знали, что космонавты находятся между жизнью и смертью. Носилки! Скорее! Не видите? Он умирает! Члены экипажа не могли самостоятельно передвигаться и теряли сознание. Андрей! Оба космонавта испытывали сильные мышечные боли. К вечеру у них поднялась высокая температура и участился пульс. Полет «Союза-9» не предвещал ничего экстраординарного. Тем более, что для Андриана Николаева это был второй рейс на орбиту. Космонавты чувствовали себя превосходно. Проводили ежедневные медико-биологические исследования, фотографировали Землю, играли в шахматы. Главной особенностью полета «Союза-9» было то, что космонавты не только занимались экспериментами, но учились жить в длительном космическом полете. А для этого приходилось решать многочисленные бытовые вопросы. Например, космонавты впервые брились на орбите. Оказалось, что безопасная бритва не подходит для этого. Пена для бритья и волоски разлетаются по кабине. А вот электробритвой космонавты остались довольны. Экипаж «Союза-9» регулярно проводил уборку своего жилища. При этом впервые использовался космический пылесос. На 7-е сутки полета во время очередного сеанса связи с ЦУПом в Евпатории Андриан Николаев был очень удивлен и обрадован, когда услышал голоса своей жены Валентины Терешковой и 6-летней дочери Аленки. Это тоже происходило впервые. Сеанс радиосвязи между космонавтом на орбите и членами его семьи, оставшимися на Земле. Ученые не ждали сюрпризов. Полеты в космос продолжались уже 9 лет. Экипаж американского корабля «Gemini-7» без вреда для здоровья провел на орбите 14 суток. Севастьянов и Николаев — 18. Однако разница всего в 4 суток оказалась критической. После приземления оба космонавта испытывали сильные мышечные боли. К вечеру у них поднялась высокая температура и участился пульс. Перед учеными вновь встал вопрос. Может ли человек долгое время находиться в космосе? Ответ на этот вопрос имел решающее значение для подготовки новой экспедиции. В СССР планировали полет на Марс. Протяжка 1, продувка, ключ за 13, замыкание. После удачных полетов на Луну человечество стремилось дальше в космос. Ученые полагали, что ближайшие к нам планеты Венера и Марс во многом подобны Земле и имеют атмосферу, воду, флору и фауну. Однако детальное изучение Венеры развеяло эти надежды. Венера. Ее называют сестрой Земли, так как обе планеты похожи по размерам, силе тяжести и наличию плотной атмосферы. Но температура на поверхности Венеры более 450 градусов по Цельсию. Атмосферное давление в 93 раза выше, чем на Земле. Кроме того, поверхность планеты затянута плотной пеленой, состоящей из капель серной кислоты. Из всех космических аппаратов, отправленных на Венеру, ни один не смог проработать на ней более 2 часов. Вследствие парникового эффекта здесь нет жидкой воды, а следовательно и жизни. Марс выглядел более привлекательным. Ученые даже увидели на нем сеть каналов. При этом многие предполагали, что каналы эти рукотворны, и на планете существует древняя развитая цивилизация. Верили в существование искусственно построенных каналов и конструкторы космической техники. Марс — красная планета. Этот оттенок его поверхности придает оксид железа, которым богат марсианский грунт. Марс вдвое меньше Земли по размерам. Сила тяжести там примерно в 3 раза меньше земной.
температура на экваторе в течение суток меняется от плюс 30 до минус 80 градусов по Цельсию, а вблизи полюсов падает до минус 123 градусов. Атмосфера Марса очень разрежена и состоит в основном из углекислого газа. Расчеты показывали, что путь к Марсу займет не меньше 200 дней. И столько же обратно. Маневры на орбите, высадка, изучение планеты займут еще 3 месяца. То есть на всю экспедицию требовалось минимум 500 дней. А возможно и больше, от 2 до 3 лет. Необходимо было подготовить экипаж, который сможет работать в космосе столь длительное время. И корабль, способный доставить его к Марсу и обратно. Ну и кроме всего перечисленного, необходимо помнить, что человеку в сутки нужно приблизительно 1,2 килограмма кислорода, 600 грамм продуктов, приблизительно 2,2 килограмма воды для питья и 2 килограмма воды для хозяйственных нужд. Самой большой проблемой является хранение кислорода. Человек может обходиться без воды 2-3 дня, без еды до 8 недель. Без кислорода он погибнет в течение 5 минут. Человеческие легкие прокачивают 20 литров воздуха в минуту, извлекая из него необходимый для жизнедеятельности кислород. Но как сохранить его? В жидком виде кислород требует непрерывного охлаждения. В сжатом занимает неоправданно большой объем. Решение было найдено быстро. Запасы кислорода восполняются за счет горения специальных кислородных шашек. Однако с этими шашками надо обращаться очень осторожно. Они могут вызвать пожар, от которого негде укрыться в тесных помещениях корабля. Если отправлять к Марсу экипаж из 3 человек, то вес корабля составит не менее 70 тонн. Эту махину требовалось разогнать до второй космической скорости, затем затормозить у Марса, затем снова разогнать. При условии высадки экипажа на Марс масса комплекса возрастала вдвое, до 150 тонн. Для сравнения, корабль «Восток», на котором летал Гагарин, весил меньше 5 тонн. Конструкторы понимали, что двигатель на обычном топливе не доставит такой корабль к Марсу. Горючего просто не хватит. Решить проблему мог только ядерный двигатель. Ядерный электроракетный двигатель отличается от жидкостного реактивного двигателя тем, что вещество, выполняющее роль топлива, в нем не сгорает, а испаряется в результате сильного электрического нагрева. Такая технология позволяет существенно уменьшить массу космического корабля, поскольку уменьшается вес топлива. Электроракетные двигатели эффективны именно в космосе, но требуют мощного источника энергии – больших солнечных батарей или ядерного реактора. В настоящее время эти двигатели используются на спутниках и межпланетных космических аппаратах. В конце 60-х годов у советских конструкторов был точный план экспедиции на Марс. Полет намечался на 1985 год. Совершенно секретно. Основные направления космонавтики в 1971-85 годах. Обеспечить в 80-х годах Марс-экспедицию. Цели и задачи — получить большой объем информации, необходимый для лучшего понимания строения Солнечной системы, ее эволюции, возможности существования жизни на других планетах. Проект получил название «Аэлита». Проектировался корабль длиной в 175 метров. В него входил даже настоящий марсианский поезд на колесном ходу, которому предстояло месяц путешествовать по Марсу и пройти 1500 километров. А «Элиту» планировали собирать на околоземной орбите из двух отдельных блоков, а потом доставить на нее экипаж из 4 человек. Полет к Марсу и обратно должен был занять 630 дней. Руководил проектом Валентин Глушко. Глушко Валентин Петрович. Крупнейший ученый в области ракетно-космической техники. Еще в 30-х годах он спроектировал и построил один из первых действующих электрореактивных двигателей.
под его же руководством созданы двигатели для большинства советских ракет. В 1974 году возглавил новую корпорацию НПО «Энергия», объединившую конструкторские бюро и заводы, работавшие на космос. Но как поднять в космос 150 тонн? Самая мощная советская ракета «Протон» выводила на орбиту всего 20,5 тонн. А на разработку новых требовалось время. Кроме того, как показал полет Николаева и Севастьянова, даже 18 дней пребывания в космосе серьезно сказались на их здоровье. Так что говорить об экспедиции к Марсу пока было очень рано. К ней еще предстояло готовить и технику, и людей. Долговременно космическая станция. Там можно проводить серьезные эксперименты и адаптировать человека к невесомости. Идея создания орбитальных станций принадлежит основоположникам космонавтики. О том, что перед полетом к другим планетам необходимо создавать такие станции, писали Константин Циолковский и Герман Оберт. Их последователи Сергей Королев и Вернер фон Браун разделяли эту идею. Орбитальные станции должны были служить в качестве прототипов межпланетных кораблей, научных лабораторий, космических обсерваторий и заводов. Давая прогноз на будущее, Валентин Глушко писал: «Бесспорно, дальнейшее развитие получат долговременные орбитальные станции. В ближайшие десятилетия будет производиться сборка станций на орбите. На них начнут работать узкие специалисты. Такие станции смогут летать много лет. Специальные бригады будут заниматься их профилактическим, текущим и капитальным ремонтом». В 1971 года ракета «Протон» вывела в космос орбитальную станцию «Салют-1». Станция «Салют-1» представляла собой единый модуль длиной 13,6 метра и состояла из трех отсеков – двух герметичных, переходного и рабочего, и негерметичного агрегатного отсека. На ней находилось оборудование для проведения медико-биологических экспериментов и астрономических наблюдений. «Салют» располагал только одним узлом для стыковки с кораблем «Союз». Советским космонавтам предстояло сделать космос обитаемым. Через 4 дня после запуска «Салюта» экипаж «Союза-10» пытался пристыковать свой корабль к станции. Командир Владимир Шаталов уверенно подвел «Союз» к узлу, но соединение цепей корабля и станции не произошло. Руководитель полета в ЦУПе предложил дожать корабль с помощью двигателей, но это не помогло. Тогда ЦУП приказал возвращаться на Землю. Однако и расстыковаться не получалось. Уникальный полет грозил обернуться полной катастрофой с потерей станции, корабля и трех космонавтов. Ситуацию спас один из разработчиков стыковочного узла. По его совету космонавты вскрыли блок электроники и установили перемычку. Корабль отошел от станции. Вторую попытку предпринял экипаж «Союза-11». Лететь должны были Леонов, Кубасов и Колодин. Задымление на легких. Я предлагаю провести до обследования. Незадолго до запуска на рентгеновском снимке Валерия Кубасова врачи обнаружили затемнение в правом легком. И государственная комиссия приняла решение отправить в полет дублеров: Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева. июня 1971 года «Союз-11» пристыковался к «Салюту». Экипажу предстояло провести ряд экспериментов, находясь не на корабле, а на станции. Планировалось, что космонавты пробудут в космосе более 18 суток.
Ученые опасались, что у экипажа могут повториться проблемы Николаева и Севастьянова, у которых в длительном полете начались опасные для здоровья изменения в организме. Поэтому медики разработали специальную систему физических упражнений, а на станции установили беговую дорожку. Космонавт удерживался на ней при помощи амортизаторов и специального костюма, который обеспечивал равномерное распределение нагрузки. Однако в этом полете появилась проблема психологической совместимости экипажа. На орбите вспыхивали ссоры. Сменным руководителям полета не раз приходилось проявлять изобретательность, чтобы сгладить конфликты, смягчить психологическую обстановку на борту. Конфликты прекратились только после того, как на станции загорелась проводка. Совместные усилия по борьбе с пожаром сблизили экипаж, что позволило успешно завершить программу полета. 18-е сутки полета. Самочувствие нормальное. 20-е сутки. Все в норме. Самочувствие хорошее. Экипаж успешно отработал в космосе свыше 23 суток. 29 июня «Союз-11» отстыковался от станции и готовился к посадке. Янтарям всем. От расстыковки до посадки обязательно непрерывно ведите репортаж о самочувствии и результатах наблюдений. Непрерывно репортаж. Поняли? Поняли, поняли. Вижу дождь. Дождь вижу. Отлично видел. Блестит. Как идет ориентация? Прием. Мы увидели Землю. Увидели. Хорошо, не торопись. «Союз-11» совершил мягкую посадку в расчетном районе. Однако на вызовы поисково-спасательной группы экипаж не отвечал. Вижу спускаемый аппарат. Все в порядке. Мы садимся. Служба поиска прибыла к месту посадки. Спасатели открыли люк. Космонавты были мертвы. Экипаж «Союза-11» стал жертвой ошибочного решения, принятого в условиях космической гонки. В кораблях «Восток» космонавты находились в скафандрах, которые обеспечивали безопасность в случае разгерметизации. Однако, когда понадобилось увеличить экипаж до 3 космонавтов, оказалось, что места им просто не хватает. Именно тогда Сергей Королёв пошел на осознанный риск. В корабле «Восход» космонавты находились без скафандров, в легких спортивных костюмах. «Союз» также проектировался под космонавтов без скафандров. Добровольский, Волков и Пацаев взлетали и садились в легких спортивных костюмах. Перед входом в атмосферу на высоте 150 километров внезапно открылся вентиляционный клапан, предназначенный для выравнивания давления перед посадкой. Произошла полная разгерметизация корабля. Всего за 2 минуты давление воздуха в спускаемом аппарате упало почти до нуля. Образовавшееся отверстие космонавты могли бы закрыть даже пальцем, но времени на это им уже не хватило. Они погибли от удушья. 18 месяцев понадобилось конструкторам, чтобы доработать «Союз». В новой версии корабля космонавты стартовали и приземлялись в скафандрах «Сокол». Но 3 человека и система жизнеобеспечения, подключенная к скафандрам, там уже не помещались. С тех пор экипажи «Союза» состояли из 2 человек — командира и бортинженера. Но один из важнейших вопросов оставался открытым. Как долго космонавты могут работать на орбите? Осенью 1977 года в космос вышла орбитальная станция 2-го поколения — «Салют-6». К ней могли стыковаться сразу 2 корабля. Уже 4 космонавта могли одновременно работать на орбите. Для снабжения экспедиции продуктами и материалами конструкторы создали беспилотный корабль «Прогресс». А медики разработали тренировочный цикл, позволяющий космонавтам оставаться в хорошей физической форме. Первые 3 дня космонавты тренируются с возрастающей нагрузкой. На 4-й отдыхают. Ежедневно они пробегают до 5 километров на беговой дорожке и проезжают до 10 километров на специальном велотренажере. Члены экипажа от 8 до 12 часов в сутки обязаны носить костюмы «Пингвин».
За счет эластичных амортизаторов этот костюм создает нагрузку на мышцы, не давая им атрофироваться. В условиях невесомости уменьшается приток крови к ногам. Чтобы правильно перераспределить кровоток, космонавты используют пневмовакуумный костюм «Чибис». Космонавт по пояс влезает в костюм, похожий на фантастические брюки. Внутри костюма создается вакуум, усиливающий приток крови к нижней части тела. Работа конструкторов и медиков начала приносить результаты. Уже в 1978 году Владимир Коваленок и Александр Иванченков отработали на станции 139 суток. 1986 год. В космосе начала работу станция «Мир». 1987 год. Юрий Романенко на этой станции совершил полет длительностью в 326 суток. 1988 год. Владимир Титов и Муса Манаров находились на орбите ровно год. А в 1995 году врач-космонавт Валерий Поляков установил абсолютный рекорд, проработав в космосе 437 суток. Длительное нахождение космонавтов на орбите показало, что полет человека к другим планетам возможен. В то же время стало ясно, что полет на Марс — слишком дорогостоящий проект, чтобы его смогла реализовать одна страна. В рамках программы «Интеркосмос» на станциях «Салют» побывали представители разных стран. Советская космонавтика становилась международной. Seven, six. We have main engine start. Four, three, two, one. 12 апреля 1981 года, ровно через 20 лет после полета Юрия Гагарина, с мыса Канаверал стартовал космический корабль нового типа. 6 лет американцы не выходили в космос. На орбите работали лишь советские космонавты. Теперь Соединенные Штаты надеялись наверстать упущенное. Астронавты Джон Янг и Роберт Криппен выводили на орбиту многоразовый корабль Space Shuttle. Астронавты провели на орбите двое суток и по возвращении на Землю не скрывали своего восторга. По их мнению, именно этому кораблю предстояло отправиться к другим планетам. С начала 20 века рассматривались два пути дальнейшего развития космонавтики. Первый — создание мощных ракет, способных разогнать капсулу с пилотом до космической скорости. Второй — создание систем, объединяющих ракету и самолет, ракетопланов. Сергей Королев, работавший перед войной над ракетопланом, занялся созданием ракет. Именно они вывели на орбиту первые спутники и космические корабли. А в Соединенных Штатах конструкторы продолжали работу над ракетопланами. Развитие американской лунной программы было остановлено еще в начале 70-х годов. Экономические проблемы заставили сократить бюджет НАСА с 3,5 миллиардов долларов до 128 миллионов. Тысячи инженеров получили расчет. Сатурны и Аполлоны отправились в музеи. Правительство требовало от космического агентства превратить освоение космоса в прибыльный бизнес. И тогда руководство НАСА сделало ставку на корабли многоразового использования. Новый корабль, получивший название Space Shuttle, должен был заметно снизить стоимость вводимого на орбиту груза. Привлекала и другая особенность корабля. Он не только выводил грузы на орбиту, но и мог возвращать их на Землю. При необходимости в грузовом отсеке шаттла могла поместиться орбитальная станция размером с «Салют-1». Космическое агентство попросило у правительства на разработку таких кораблей 10 миллиардов долларов. Но получила только половину этой суммы. Создать полностью многоразовую систему на эти деньги было невозможно. Конструкция из жаропрочного титана будет стоить на 80 миллионов дороже, и мы решили остановиться на алюминии. Однако при входе в атмосферу корабль будет сильно нагреваться, алюминий потеряет прочность. Корабль словно мозаикой пришлось покрывать специальными термостойкими плитками.
Экономия на всем приводила к снижению общей надежности системы. Но даже при этом перерасход средств составил 30%. Американцы изготовили 4 корабля, назвав их в честь океанских научно-исследовательских судов — «Колумбия», «Челленджер», «Дискавери» и «Атлантис». Предполагалось использовать их как транспортные корабли для орбитальной станции «Фридом». Этой станции еще не существовало, и шаттлы пока просто выводили на орбиту тяжелые аппараты и спутники. Предполагалось, что на шаттлах будут летать не только профессиональные пилоты, но и обычные американские граждане. Готовился уже 25-й полет корабля, когда президент США Рональд Рейган объявил общенациональный конкурс на право лететь в космос на корабле «Челленджер». Победила в нем 37-летняя школьная учительница Криста Макколиф. So. 28 января 1986 года Криста и еще 6 членов экипажа заняли свои места в кабине корабля. Прямую трансляцию с мыса Канаверал наблюдали миллионы зрителей по всему миру. Шаттл набирал высоту. Криста мечтала провести для американских школьников первый в мире урок с космической орбиты. Она в одночасье стала народной любимицей, а за ее подготовкой к полету следила вся Америка. На 59-й секунде полета из правого ускорителя неожиданно ударило пламя. Огонь прожег водородный бак, и на высоте 14 километров произошел взрыв. Носовую часть, где находились астронавты, оторвало от корабля. Она взлетела еще выше и с высоты 20 километров упала в океан. Все члены экипажа погибли. Полеты шаттлов прервались на 2.5 года. Впервые перспективность аэрокосмических систем вызвала сомнения. В июне 1982 года пилоты 10-й эскадрильи самолетов-разведчиков «Орион» ВМС США сфотографировали в Индийском океане группу советских кораблей и судов, которые поднимали из воды крылатый аппарат, прилетевший из космоса. Это не похоже ни на «Дайносор», ни на «Спейс Шаттл». Это вообще ни на что не похоже. Такого еще не было. Американские эксперты предположили, что имеют дело с прототипом космоплана, который сможет совершать посадку на водную поверхность. На самом же деле перед ними были снимки аппарата «Борт-4», созданного в рамках программы «Энергия Буран». Space Shuttle привлек внимание советской разведки еще в 1970 году. Советские специалисты не без основания опасались, что крылатый корабль может быть использован для борьбы с советскими спутниками. Решение приняли быстро. У Советского Союза тоже должен быть свой шаттл. Работы по его созданию поручили объединению «Энергия» во главе с Валентином Глушко. Который содержится в законах, принятых Союзом СССР. И не удивляйтесь... В ноябре 1988 года на космодроме Байконур шла активная предстартовая подготовка. К первому запуску готовилась уникальная система в составе ракеты «Энергия» и космического корабля «Буран». Несмотря на внешнее сходство, «Энергия Буран» вовсе не является копией американской системы.
Космическая транспортная система Space Shuttle состоит из трех главных элементов. Внешнего топливного бака, двух стартовых твердотопливных ускорителей, крылатого орбитального корабля. Центральным элементом системы Space Shuttle является топливный бак, а советского комплекса — ракета-носитель. Корабли Space Shuttle имеют собственные двигатели, которые запускаются в момент старта и работают до самой орбиты. У «Бурана» таких двигателей не было. Он служил лишь грузом для ракеты «Энергия». «Энергия» выводит на орбиту груз в 100 тонн, то есть в 3 с лишним раза больше, чем Space Shuttle. Кроме того, «Энергия» универсальна. С ее помощью можно запускать не только космоплан, но и тяжелую орбитальную станцию. 15 мая 1987 года «Энергия» успешно доставила в космос станцию «Полюс» весом 80 тонн. Разработка системы «Энергия Буран» потребовала привлечения огромных сил и колоссальных ресурсов. Над ней работали 1206 предприятий и организаций, почти 100 министерств и ведомств СССР. Были построены десятки макетов и летающие лаборатории. «Буран» совершил полет, которому не было аналогов. Впервые в истории космоплан без пилота на борту поднялся на орбиту, а затем, как обычный самолет в автономном режиме, совершил посадку на аэродроме. После успешного полета «Бурана» западные газеты писали: «СССР теперь имеет возможность выполнять космические задачи, которые останутся недоступными для США даже тогда, когда вновь начнутся полеты шаттлов». Чтобы приступить к выводу на орбиту таких же грузов, Соединенным Штатам потребуется от 6 до 10 лет. Газеты ошиблись. Американским конструкторам понадобилось 22 года. Лишь 3 декабря 2009 года из космоса вернулся беспилотный мини-шаттл X-37B, созданный по заказу Пентагона. «Буран» тоже создавался для военных задач. Это и предопределило его судьбу. Михаил Горбачев заявил, что «Буран» в условиях разрядки не нужен. А вскоре прекратил свое существование и Советский Союз. Казалось, что развитие космонавтики надолго остановилось. После гибели «Челленджера» американские конструкторы были вынуждены существенно дорабатывать всю систему Space Shuttle. Чтобы не нарушать программу полетов, НАСА строила новый корабль «Endeavour». О создании собственной орбитальной станции американцам пришлось забыть. Закрытие программы «Энергия Буран», экономический кризис и снижение финансирования поставили на грань выживания и российскую ракетно-космическую отрасль. Единственным выходом для обеих сторон могла стать международная кооперация. 7 июня 1992 года Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки заключили соглашение о сотрудничестве в области исследования космоса. Станция «Мир» стала международной. Российские космонавты получили возможность летать к станции на шаттлах. Но многоразовые аэрокосмические системы не давали возможности человеку шагнуть дальше в космос. Чтобы полететь к Марсу, требовались иные корабли и новые технологии. Во второй половине марта 2001 года специалисты российской ракетно-космической отрасли готовили операцию, которая не имела аналогов в истории космонавтики. Они должны были свести с орбиты и затопить в выбранном районе Тихого океана 130-тонную станцию «Мир». Несмотря на то, что многие выступали за сохранение станции, ее дальнейшая эксплуатация была бы слишком дорогой и сложной. Станция давно выработала свой расчетный ресурс, проработав 15 лет вместо запланированных 3. Дважды из-за проблем с управлением с ней сталкивались космические корабли, что едва не привело к гибели станции. И
экипажам все чаще приходилось тратить много времени на ремонт самых элементарных систем. Поэтому было принято решение — станцию «Мир» нужно затопить. Еще в январе к станции «Мир» был отправлен космический грузовик «Прогресс». Он состыковался с обреченной станцией, а затем тремя тормозными импульсами снизил ее скорость, чтобы она вошла в атмосферу. На высоте 110 километров началось разрушение орбитальной станции «Мир». Оторвались солнечные батареи и навесное оборудование. Разлетелись модули. 5 минут не сгоревшие обломки падали в Тихий океан. В начале 2004 года на Марс прибыл пришелец из космоса. На поверхность планеты свалилась огромная связка шаров. Она упала на ржавый промерзший грунт со скоростью 10 метров в секунду и, несколько раз подпрыгнув, замерла. Через час шары выпустили содержащийся в них газ, и внутри связки обнаружилась посадочная платформа. На ней стоял причудливый шестиколесный аппарат. Американскому аппарату «Спирит», потомку советских луноходов, предстояло разгадать главную загадку Марса. Была ли здесь вода, или Красная планета всегда была мертвой и пустынной? Результаты превзошли самые смелые ожидания ученых. Еще в 60-х к Марсу отправились первые межпланетные станции. Американский «Маринер» и советский аппарат «Марс» передали на Землю информацию, которая многих разочаровала. Пресловутые каналы оказались оптической иллюзией. Перед астронавтами предстал изрытый кратерами мир, больше похожий на Луну, чем на Землю. Стало ясно, что полет к Марсу может стать повторением лунной экспедиции. Космонавты вряд ли найдут что-нибудь, кроме камней, интересных только специалистам. Но все изменилось в конце 20 века. Получению новых данных о Марсе способствовала революция в сфере информационных технологий. Портативные компьютеры и миниатюрные системы управления получили быстрое распространение в космической сфере. Осенью 1997 года на орбиту Марса вышел аппарат нового поколения — Mars Global Surveyor, созданный на основе самых современных технологий. На отдельных кадрах есть даже 3-метровые камни. Здесь видны четкие русла, а это береговая линия. Возможно, когда-то по Марсу текла вода. Карта, составленная на основе новых снимков, свидетельствовала, когда-то Марс был куда более теплым и приветливым. И самое главное, ученые увидели свежие овраги. Что было невероятно важно, овраги могли появиться лишь по одной причине. Где-то под слоем грунта есть ледники, которые тают марсианской весной, и значит, на Марсе есть вода. Сенсационное открытие требовало проверки. На планету отправились 2 марсохода — «Спирит» и «Opportunity». Полученные от них данные подтвердили мнение ученых. Много лет назад на Марсе существовали реки и моря. Давным-давно там вполне могла существовать жизнь, следы которой можно попытаться отыскать. У пилотируемой экспедиции на Марс появилась реальная цель — поиски следов инопланетной жизни. Но чтобы такая экспедиция состоялась, требовалось объединить усилия всего человечества. 20 ноября 1998 года ракета «Протон» вывела на орбиту функционально-грузовой блок «Заря». Вскоре к нему пристыковался модуль «Звезда». На орбите начинала работу Международная космическая станция.
Основным средством доставки грузов и экипажей на МКС стали корабли системы Space Shuttle. В ночь с 9 на 10 сентября 2000 года к станции пристыковался шаттл «Атлантис». В его экипаже из 7 человек было 2 россиянина. Юрий Маленченко и Борис Маруков. Россия и США приступили к совместному изучению космоса. Международная космическая станция — самый большой и дорогостоящий космический аппарат в истории. Впервые о планах ее создания было официально объявлено в сентябре 1993 года. Сегодня в этом проекте участвуют 16 стран. Первая основная экспедиция прибыла на станцию в ноябре 2000 года. С тех пор на ней побывали свыше 200 человек. Станцию посещают не только профессиональные космонавты, но и туристы. Главные направления исследований — биология, физика жидкостей, материаловедение, квантовая физика, астрономия, космология, метеорология. В настоящее время станция состоит из 14 модулей. Ее общая масса свыше 360 тонн. МКС — это и лаборатория для изучения влияния космических факторов на человека, животных и растения. Эти исследования помогут создать оптимальную замкнутую биосферу внутри межпланетного корабля. Маленький кусочек Земли, который космонавты возьмут с собой на Марс. Программа исследований была спланирована на годы вперед, но произошло непредвиденное. 1 февраля 2003 года 7 астронавтов возвращались из очередного полета на старейшем из шаттлов — корабле «Колумбия». Утром в 8:44 по времени Вашингтона «Колумбия» вошла в атмосферу. 8:56. Над штатом Аризона «Колумбия» начала левый поворот. 8:57. «Колумбия» пересекает границу Аризоны и Нью-Мексико. Высота полета 67 километров. Скорость в 20 раз выше скорости звука. В 8:59, когда «Колумбия» находилась на высоте 60 километров, связь с кораблем внезапно прервалась. Но признаков серьезных проблем в центре управления полетами не заметили. «Колумбия, ответьте Хьюстону». В это время «Колумбия» уже разваливалась на части. Кабину с экипажем буквально выбросило из фюзеляжа. Обломки корабля были разбросаны от Техаса до Луизианы. Все 7 астронавтов погибли. Оказалось, что 16 января после старта «Колумбии» от внешнего бака корабля оторвался кусок пеноизоляции. Он ударил по левому крылу, пробив в нем полутораметровую дыру. В космосе повреждения попросту не заметили, и оно никак не повлияло на выполнение программы. Но при входе в атмосферу раскаленная плазма проникла внутрь крыла, в результате чего оно прогорело, и конструкция корабля разрушилась. «Колумбия» не использовалась для полетов к МКС, но ее гибель поставила крест на всей программе Space Shuttle. В конце июня 2011 года состоится полет корабля «Атлантис», который станет последним полетом космического челнока. После него крылатые корабли будут списаны, а программа Space Shuttle завершена. Под угрозой оказались и планы развития космической станции. Для продолжения работы МКС нужен космический корабль, который обеспечил бы и доставку тяжелых грузов на станцию, и безопасность астронавтов. Такого корабля в США нет до сих пор. Оставалось единственное решение. Снабжением станции займется Россия. Пилотируемые корабли «Союз» и грузовые «Прогресс» на 5-6 лет станут основным транспортным средством в ближнем космосе. Однако российская ракетно-космическая отрасль не собирается этим ограничиваться. Ее главная цель — Марс. К эксперименту, названному «Марс-500», сотрудники Института медико-биологических проблем готовились много лет.
Исследования по длительному пребыванию в изоляции и психологической совместимости космонавтов проводились здесь в середине 60-х. А для полноценного моделирования условий космического полета был создан комплекс, имитирующий отсеки орбитальных станций. Главная задача проекта «Марс-500» — воспроизвести в наземных условиях все этапы межпланетного полета экипажа из 6 человек. Эксперимент начался 3 июня 2010 года, а завершится через 520 суток, в ноябре 2011 года. «Марс-500» — это лишь часть большой международной программы. И сегодня Россия лидирует на пути к другим мирам. В Амурской области начинается строительство космодрома «Восточный». Отсюда будут осуществляться запуски ракет, которые смогут доставлять на орбиту корабли нового поколения «Русь». «Русь» — пилотируемый транспортный корабль нового поколения. Максимальный экипаж — 6 человек. Может быть использован при полетах к Луне с экипажем из 4 человек. «Русь» будет способна совершать полностью автономный полет в течение месяца. Испытания корабля планируется начать в 2015 году. В «Росатоме» разрабатывается межорбитальный буксир «Паром» с ядерной энергоустановкой. «Паром» — космический аппарат многократного использования. Предполагается следующая схема его работы. Ракета выводит грузовой контейнер на низкую орбиту высотой до 200 километров. Паром стыкуется с контейнером и поднимает его к МКС на высоту до 350 километров. После разгрузки контейнера паром спускает его на низкую орбиту. Контейнер самостоятельно тормозит и сгорает в атмосфере, а буксир остается ждать прибытия нового контейнера. Эта технология позволит существенно удешевить доставку грузов на орбитальную станцию. При должном финансировании в ближайшие 6 лет Россия имеет шанс значительно обновить свою космическую инфраструктуру, перейдя на ракеты и корабли, отвечающие самым современным требованиям. К этому моменту результаты, полученные в ходе эксперимента «Марс-500», окажутся как нельзя более актуальными. Полет к Красной планете станет реальностью. Старт первой марсианской экспедиции намечен на 2035 год. В качестве промежуточного этапа ученые рассматривают высадку на астероид, одну из космических глыб, которые периодически сближаются с Землей. Этот полет позволит испытать межпланетный корабль, изучить астероиды и даже выработать меры на случай, если одно из этих небесных тел будет угрожать Земле. В сентябре 2010 года в пресс-релизе НАСА появилось неожиданное сообщение. Большой наземный телескоп КЕК-1, расположенный на Гавайях, обнаружил в созвездии Весов планету, вращающуюся вокруг звезды Глизы 581. Масса планеты примерно в 3-4 раза больше земной, но внимание к ней привлекло иное обстоятельство. Оценки ученых и косвенные данные позволяют предположить, что на ней существуют вода и атмосфера. Планета с индексом Глизы 581G, названная Зарминой, может оказаться вполне пригодной для жизни. Нас от нее отделяют 20 световых лет. 20 световых лет. Много это? Очень много. Но любую дорогу осилит лишь тот, кто делает первый шаг. Начало работы Международной космической станции прошло всего 10 лет.
Всего 30 лет назад в космос отправился первый Space Shuttle. Всего 40 лет назад на орбиту вышла станция «Салют-1». 42 года минуло с тех пор, как человек впервые ступил на поверхность Луны. И всего 50 лет назад в космосе побывал первый человек. Обзор, вижу Землю.